Остаются считанные часы перед игрой «Бориса» и московского «Спартака». Прогнозы по исходу матча делают очень осторожные, потому как наша хоккейная команда наконец-то набрала форму. С другими спортивными событиями нас познакомит Тимур Ораза. В Алматы стартовал финальный турнир Национальной студенческой лиги Казахстана по футзалу с участием 16 сильнейших вузовских команд страны, прошедших региональный отбор. Действующий чемпион лиги астанинская дружина Евразийского национального университета имени Гумилева «Культеген» начал защиту своего титула с поражения от карагандинской команды КГУ имени Букетова 1-2. Кстати, прошлогодних чемпионов поощрили поездкой на финал Лиги чемпионов УЕФА. Любимый клуб «Барселона», я увидел ее своими глазами. Мы завоевали заслуженно и поехали командой. А по итогам нынешнего турнира из лучших игроков будет сформирована сборная Казахстана, которая в следующем году выступит на студенческом чемпионате мира. По-разному сложились матчи для казахстанских хоккейных клубов в очередной игровой день в ВХЛ. Сары-Арка обыграла в Караганде чеховскую «Звезду» 3-2. А вот усть-каменогорская «Торпеда» на своем льду уступила воронежскому «Бурану» 1-5.